Здравствуйте, на канале YouTube Афромангу Мукбангу, ночной мукбанг. Пью кефир, буду пить кефир. Сейчас положу песок сахарный. Так, положили песок. Так, закрываем баночку. Теперь кладем варенье, правильно? Варенье у меня малиновое, казахское. Вот баночка, вот такое варенье. Вот так, если песку много, значит варенье мало, положим. Правильно? Правильно. Варенье положу 3 ложки. Хватит. Всем любителям малинового варенья посвящается кефир. 3,2 жирности. То есть жирный. Сарафаново. Это не реклама. Куплен в Пятерке. Тоже не реклама. Сейчас нальем. Какой жуткий кефир. Густой, точнее. Ха-ха, жуткий. Теперь будем мешать. Снизу вверх. Снизу вверх, как говорил. Карцев. Роман Карцев говорил. Снизу вверх. Снизу вверх. Помешаем. Лучше мешать по часовой стрелке. Я так и мешаю по часовой. Сначала по часовой, потом против часовой. Я так и мешаю. Кстати, я всегда мешаю по часовой стрелке. Это уже привычка уже. Мешать по часовой стрелке. Ну ладно, все. Будем пробовать. Вкусненько. Получился как йогурт. Кстати, йогурт по-английски это кефир. Я смотрел в словаре. Кефир по-английски йогурт. Нет, я смотрел йогурт. Это вот слово йогурт. Написано кефир. В переводе с йогурта это кефир? Да, в переводе с английского йогурт это кефир. А кефир это йогурт. И так, и так. Справа налево, слева направо. Все в суп оба одинаково. Плюс 8 градусов.
В Петербурге 14 мая потеплеет до 16 градусов. Нет, сегодня не было 16. Осенька, да? Ну что ж. Закончился субботний. Субботнее видео, да. Съемочный день подходит к концу, да. Какой день? Съемочный. Субботний. Субботний съемочный. Да. Пью из ложечки, потому что вкусно. Растягиваю удовольствие. Ем. Из ложки едят, а не пьют. Пьют без ложки. Так. Ну вот, завтра уже 15 мая. Середина месяца. А ты чего хотел? 31 декабря хотел? Ага. Ну, скоро будут. Ну. Мы еще где-то не гуляли. Не отработали, в смысле. И этот гуляем, отработаем. Все это. Надо обязательно, конечно. Быстро. У нас же цель поставлена. Вкусный кефирок. Надо добавить сахарок. Да, кефир очень вкусный. И молоко, кстати. Чуть понравилось? Очень вкусное молоко. Страф. Да, понравилось, да.
Как она называется? Старофанова. Да. Очень вкусно. Молоко это тоже вкусное, да? Надо было бы два молока купить. Я уже сказала. Нет, я тоже попробовал. Нет, я сказала, что молоко и кефир вкусно. Угу. На небе сегодня полная луна, полнолуние. Угу. Она только на небе, больше нигде. А, на воде еще отражается луна. О, это надо ехать далеко, чтобы отражалось. Не, ну это не обязательно видеть. Надо это знать и все. В чем тут видеть? А зачем ехать? А ты что, не знаешь, что отражается? Ну, красиво же. Луна, ну и солнце отражается. Красиво. Я не спорю, что некрасиво. Надо самому воочию, как говорится, приехать. Ну да. Допустим. Что сейчас поедешь? На Финский залив, допустим, или на Неву. Не, хорошо. Вот ты и сейчас уже хочешь поехать. Mm-hmm. Сейчас соберусь и поехал. Называется, я только штаны подтяну. Как пойти в библиотеку, да, в 3 часа ночи. Это шутка. Вкусный кефир. Вот 2,5% жирности пью часто, а вот 3,2% первый раз вообще пью жирности. Вкусы разные совсем. Тоже есть разные жирности. Сметана. Есть обезжиренный творог. Есть 1% кефир. Разная процентность, разная жира. Кто чего любит? Кто чего нравится? То есть кому чего нравится.
первый раз, да, кефир с малиновым вареньем, да? Да, по-моему. По-моему, все то время с клубничным было. Черная смородина, по-моему, еще. Черная смородина, да. Ну да. При наличии какого варенья, таков будет и вкус кефира. Да. Да. Очень все вкусно. Да. Получается жирнее, чем Пискаревского молокозавода. Жирнее получается. Нет, все зависит, какая процентность. Ну вот я и говорю, что то 2,5, а это 3,2. Ну так разница в 7%. Вот. Очень вкусно. 7% получается вкус такой. Да? Да? Конечно. А ты не чувствуешь вкус? Да. Ну так вот. Ну вот, все. Закончил я мукбанг. Завтра будет продолжение. Ну, как и всегда, как и каждый день. Фух, очередной съемочный день. Воскресенье. Всем спокойной ночи. Приятных сновидений. Приходите в гости. Да, приходите, не забывайте. На мукбанг. Да, смотрите видео. До здоровья, удачи, счастья. И всего самого хорошего. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не болейте. Увидимся завтра. Да, конечно. Обязательно. Мы рады вас видеть. Да, точно. Всегда и завтра также. Все, пока.